прикалываете, что ли? Рисковать миссией ради размалеванной фрикесы в костюме шута? Сказал капитан туалетная сидушка. Мы своих не бросаем. Надеюсь, Карли все еще жива. Без самодеятельности. Эти люди крайне опасны. Команда 2 на позиции. Огонь через 3, 2. Мальчики, чем это вы занимаетесь? Что? Мы пришли спасать тебя. Вы спасать меня? План был великолепный. Ну, я могу зайти обратно, и вы меня спасете. Вот сейчас обидно было. Ой, ну прости, Харли Квинн. Бладспорт. Условия прежние. Успешно выполняете миссию, сокращаете свой срок на 10 лет. Любое неподчинение... И я активирую нано-взрывчатку в основании ваших черепушек. И это знаменитый отряд самоубийц. Ням-ням. Вопросы? Рука! Она самая. Умничка. Мы все умрем. Надеюсь. Угораздило, блин. Объясняю на пальцах. Провалили миссию. Ты труп. Узнаем, что твоя информация недостоверна. Ты труп. Узнаем, что поставил себе понтовые номера на тачку. Ты труп. Что? Нет. Будешь кашлять с открытым Карли, ртом. Нет. Но это не значит, что тебе разрешено кашлять с открытым ртом. Какой план? А мне-то откуда знать? Ты наш лидер, ты должен быть решительным. Я решаю, что тебе пора идти целовать задницы. Если бы весь этот пляж был покрыт задницами, и мне сказали бы, что ради свободы я должен их все перецеловать, я ответил бы, но проблема. Зачем кому-то разбрасывать задницы по пляжу? Кто знает этих ублюдков? Это самоубийство. Такая у нас фишка. Не волнуйся, мы вытащим тебя отсюда живой. Это я вытащу вас отсюда живыми. Что за черт? У нас тут долбаная кайдзю завелась! Ага. Отряд самоубийц. Миссия на вылет. Обожаю дождь, как будто ангелы писают с небес.